Несомненно, даже самые тупые игрушки сюжет строго необходим, хотя бы написанный на бумажке. Ребята из Crow Team об этом знали, а потому напрягли мозги и выдали на гора следующую задумку. Жил-был подлец вселенского масштаба по кличке Notorious Mansell. И со временем его грязные волосатые лапы дотянулись и до старушки Земли. Пользуясь своими невероятными способностями, он начал менять ход истории. Понятно, что людям такая наглость не может прийтись по душе. И планета Земля выдвигает навстречу негодяю своего видного укротителя зла, земного супергероя, крайне серьезного товарища по кличке Сэм. Ориентировка на личность, кстати, правильная. Почему-то даже в таких мега-хитах, как Doom и Quake, с различными порядковыми номерами, никто не удосужился персонифицировать героев. Морпех и все. Это, конечно, круто, что он морпех, но кто он такой? Какое хоть звание-то у него? Рядовой? Сержант? И самое главное, как его зовут? Нет ответа. Первым настоящим героем стал широко известный в наших узких кругах Дюк Нюкем. И что бы там про него ни говорили недовольные, мужиком он был крутым и очень запоминающимся. Компания Crow Team сделала соответствующие выводы и тоже решила создать персонаж повыпуклее. Так вот, серьезный Сэм, как и положено серьезному парню, не собирается долго нянчиться с космическим мерзавцем. Боевые задачи, поставленные перед Сэмом, подкупают ясностью и простотой. Задача первая — всех перестрелять. Задача вторая — постараться не умереть при этом самому. Ну а потом можно будет подумать, что было к чему и зачем. Воплощая серьезные решения в жизнь, Сэм берет в руки кучу стволов, набивает рюкзак боеприпасами и решительно выходит на тропу войны. Тропа войны пролегает через три игровых эпизода. Многострадальный древний Египет, планетоиды, в которые входит водяная планета, лавовая планета, зеленая планета и прочие интересные места, и кибергород на Сириусе. В каждом эпизоде по 6-10 огромных уровней, благо движок спокойно держит открытое пространство. Что такое хороший экшен? Это, например, художественный фильм с Шварценеггером в главной роли. Обидели серьезного человека? Получите. На протяжении полутора часов непрерывные скачки с бешеной стрельбой. Никаких раздумий перед невероятными загадками мироздания. В этой жизни все должно быть просто. Вот враг, вот мы. И немного погодя, вот мы. А где же враг? Золотая беспроигрышная тема. Главное — качественно ее реализовать. Образец — игра Doom. Причем до сих пор непревзойденный образец. Непревзойденный потому, что на сегодняшний день никто не может подогнать такое количество монстров, чтобы расправа носила строго ураганный характер. Убиваются монстры по большей части легко и весело, за исключением каких-то безбашенных бомбистов, которые с двумя огромными бомбами в руках, с дикими воплями бегут на тебя со всех сторон и вместе с тобой взрываются. Когда их выбегает штук 10 и все сразу с протяжным воем бросаются в атаку со всех сторон, становится жарко. Чтобы не ударить лицом в грязь на галактических просторах, планета Земля снарядила Сэма 14 видами оружия. Тут и стандартный набор, двустволка, пулемет, рокет-лаунчер, гранатомет, а также особо мощные приспособления типа BFG. Из совсем простого нож и револьвер. Как и положено, второй откровенно слаб. Хотя, когда подберешь второй, можно стрелять с двух рук. Это уже лучше, но шотган здесь может больше пригодиться. Он неплох против врагов послабее. Против серьезного монстра типа озверевшего быка уже не годится. Здесь может помочь двустволка. Кстати, перезаряжается она относительно быстро и визуально просто здорово, но чистый Doom. А вот пулемет — это прям-таки очередной шестиствольный вулкан. Долго раскручивается, но уж когда раскрутится, начинается настоящее шоу. Ну и, конечно, рокет-лаунчер, без него в игре ни ногой. Конструкция у прибора свежая, стреляет очень больно. Битвы Сэма — святая простота. Выходишь на большую площадку, за тобой закрываются двери, и тут же на тебя вываливается громадное стадо монстров. Атакуют они непрерывно и со всех сторон сразу, заодно пиная, кусая, расстреливая, бодая и взрывая друг друга. Наша задача — мощный круговой стрейф и ведение огня так, чтобы как можно большему количеству негодяев одновременно досталось картечи. Темп расправы, как я уже говорил, ураганный. Выглядит и играется это все, конечно, сугубо аркадно, но это вовсе не значит, что играть неинтересно. Как раз наоборот, вертишься как уж на сковородке и стреляешь так отчаянно, что захватывает дух. На мой взгляд, именно это и делает игру привлекательной для повторных прохождений.
Ибо что может быть интереснее, чем еще разок почувствовать себя ловким и могучим? Работа над движком заняла у ребят из Crow Team ровно 3 года. Предыдущим монстром подобного рода был Unreal, над ним трудились ровно столько же. Правда, результат в итоге потряс воображение. Движок же Сэма вышел несколько позже, в то время, когда никого уже особо не поразишь, а приходится состязаться с монстрами типа Quake 3 и UT. Однако следует признать, что ребята из Хорватии выступили очень даже уверенно. Вообще, конечно, практически любой шутер – самое что ни на есть аркада. Совсем простая типа Doom или с обставками и наворотами типа Half-Life, и еще очень нескоро игры подобного типа смогут вобрать в себя хоть что-то из квестов или RPG. А серьезный Сэм произвел самое что ни на есть благоприятное впечатление. Геймплей данного типа предназначен для людей, желающих просто отдохнуть, и серьезный Сэм в этом случае как раз то, что...